Вона має унікальний голос і неповторну харизму, а ще свою історію спілкування з лікарями. Олена Грибенюк про столичну медицину. Хочу поделиться с вами своей историей, своей болезни, своего выздоровления. Представьте себе меня девочкой меньше, чем 8 лет. У меня воспаление среднего уха. Я приезжаю из Баку, у меня уже несколько месяцев закапывают ухо, очень болит и постоянно гноится мое ушко, вот левое. Я приезжаю в Киев, меня берут за руку и отводят к доктору Лору, который в то время работал в, сейчас уже не Александровская больница, но тогда называлась Октябрьской больницей. Опять-таки посоветовал нам его тоже наш очень хороший друг Марчук Игорь Тарасович, который тогда работал кардиологом в этой больнице. Вообще, по сути, сейчас уже все великие очень люди. И вот доктор смотрит и говорит: «Алёнушка, маме моей, говорит, вы очень пропустили, потому что хорошо, что у нее не лопнула перепонка, у нее гноится ухо и нужно промывать». Я приезжала к доктору на протяжении 5 лет. У меня потеря слуха 70% на левое ухо. Я бы, наверное, потеряла слух совсем и не стала бы тем, кем я стала, если бы не этот замечательный доктор. Потом у меня образовалась стойкая ремиссия, я приезжала к нему по-прежнему, я поступила в консерваторию благодаря его трудам, я вылечила ухо. Я приезжала к нему, он был уже заведующим, сейчас поликлиники ученых, как сейчас помню. Фамилия его Пономарчук Игорь Анатольевич, спасибо ему громадное большое за то, что он, много труда, я могу вам сказать так, он много труда вложил в то, чтобы я пела, для того, чтобы меня вылечить, и сейчас я стою перед вами. Я очень благодарна многим докторам, которые, знаете, в нашей жизни есть доктора, которые с нами все время. Например, мой любимый зубной врач, да, госпожа Набабкина Валерия Константиновна. Я пришла к ней, потому что у меня рассыпали зубы, и она мне без единого укола смогла поставить пломбы, и я не боюсь стоматологов, как это делают очень много других врачей. Есть совершенно потрясающий врач, которому я низко кланяюсь, это Джамиля Бахшалиевна Шахтахтинская. Это доктор лор отоларинголог. Видите, вся моя жизнь вокальная, она связана, хотите, не хотите, да, с ртом, с лорами и так далее. Я бы сказала, что она сопровождала всю мою жизнь меня и продолжает сопровождать сейчас, потому что это врач, который первый заглянул мне в связки. Я могу назвать бесконечное количество людей. Торпан, мой врач, который принимал у меня роды, Валерий Филиппович. Я хочу поблагодарить вас. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы так трудитесь для того, чтобы мы были красивыми, здоровыми и успешными. Низкий вам поклон. С днем медика вас.